передачу. В зону закатился, тут как-то ждал Робинсон. Робинсон, опаснейший момент! Это лучшее, что сумело создать «Динамо» за эти 18,5 минут. В первом периоде матча против «СКА» достаточно много угроз возникало у ворот «СКА» после бросков защитников московского «Динамо». И у Ильи Шибова был великолепный момент. Наброс шайбы доходит на пятак. Мика Коскинен, крупный план, да, рекордсмен. Теперь плей-офф континента.